нашего пушистого и фантастически талантливого Краша. О, лама. А лама, посмотрите, какая трогательная лама у нас. Как она плакала вместе с носорогом. Как она сейчас обнимается с зайцем. Ребята, наши, в нашем мире животных. Очень хороший человек. Заяц, ты в суперфинале. Спасибо, и это стоячая овация в твою честь. Браво, 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 заяц. Ты дошел до суперфинала. Я счастлив, что я спас тебя в прошлый раз. И сегодня ты все знаешь, все понимаешь. Впереди тройка самых лучших вокалистов этой страны. Не побоюсь этого слова. Маску! Ну и по традиции, прежде чем заяц снимет маску, я жду от каждого из вас по одному предположению, кто скрывается под маской зайца. Все вместе? Давайте. Три, четыре. Тимур Бадрутдинов! Слав, если это будет так, я буду называть его не Каштан, Тимур Каштан Бадрутдинов, а всем буду называть именно нашей пятеркой Тимур Заяц Бадрутдинов. Договорились? Все вместе. Маску! 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 Тимур, ты наш краш, ты наш любимчик, спасибо тебе большое, я тебя обожаю, Тимур, муа! Абсолютно, вы стали мне так близки, вы мне снитесь, я каждый раз, когда еду на съемки маски, я думаю, чем бы их удивить сегодня, чем бы Сашку сегодня подколоть, а? Ну да, после коня-то что, нормально все? Да, конем, конь, это знаешь, это был ход конем, я долго терпел. Ты меня убил просто, не, браво. Да, Саш, и главное... Саша же знает просто наизусть меня. И когда он меня начал палить со второй или с третьей программы, я думаю, вот гаденыш. А он первый тебя подержал? Нет, не со второй, с третьей, где-то, может быть, с четвертой даже. Ах ты. Вначале он нас ходил Моргенштерном. Да, и, да. Помнишь, мы думали, что Дорн, и про кого мы только туда не примеряли в ту маску. Он спалил тебя, как я спалил на Новый год Игоря Николаева, который со мной до сих пор не разговаривает в обиде за то, что я его спалил. Да, да, да. Я пока сижу в гримерке и там слышу артиста, который выступает передо мной, потом слышу, который после меня, я думаю, какие шикарные артисты, как я с ними, ну, смогу хоть как-то соревноваться. И передо мной потрясающие вокалисты, легендарные, культовые, просто, я в шоке, я понял, что надо доставать просто козыря свои. Ну, кстати, вы очень хорошо пели. Ну, вначале я думал вас запутать пародистическими... Пародистическими всякими поползновениями. Вначале Лагутенко попробовал. Открываю глаза. Потом не лето. Там секрет, никто не узнавал меня в любимке. Там даже комментарий есть в Ютубе, что единственная песня, где не слышно Батрухи. Рецепт очень прост. Я вот так ее пел. Я же тогда же Тимур, ты мне скажи, тебе было страшно в этой маске? Первые две программы точно. На песне «Любимка» у меня вообще случилась первая в жизни паническая атака. У меня не было этого еще ни разу. От нехватки дыхания? От нехватки дыхания, от нехватки видения. Ну, то есть, абсолютная темнота, нейлон. Вот так вот в лицо. Я Славе, дышать, дышать. Он такой, что-что, да, помнишь этот? Да. Что-что,
Но потом я понимаю, если я уйду профессионально, зал просадится, так, нужно собраться, все, собрался и договорил, да. Это было испытание. Хочу попросить вас, чтобы вы то, что приобрели в этой маске, сохранили. И вот этот интроверт, о котором ты говорил, исчез. Чтобы вы обэкстравертились в конце концов и спели для нас еще раз Gangnam Style. О, да. А может быть с вами, Регин? О, да, yes. А давай, можно вперед, я на секунду, можно я хоть что-нибудь скажу? Я впервые говорю последним, а все потому, что это ты всех вот так вот зарядил, все начинают уже драться за право тебе что-нибудь сказать. Как я тебя понимаю? Я тебя очень понимаю. В очередной раз хочу тебе сказать, что я безумно за тебя рад. Вот по-человечески. Да. И, ну, кукушки меня вообще всего вот так вот сковало, потому что я понимал, насколько для тебя это был важный номер. И очень. Как важно, что ты до этого момента в этом шоу дошел и что ты показал себя. Потому что ты... вот такой, и тебя вот такого очень мало кто знает. И я считаю, что есть вещи, которые обязаны увидеть. Твои поклонники. И я счастлив, что это с тобой произошло. Вот от всего сердца. Вот. Регинка! Давай! Gangnam Style! На бис! Наш долгожданный конкурс! Регина Тодоренко и Заяц Тимур Кутузина! Можно я скажу спасибо? Дорогие зрители, если бы не вы, если бы не ваша поддержка, я бы... точно не дошел до того судьбоносного решения Филиппа, которое дало мне путевку в суперфинал. Это такое потрясение для меня, это такая победа, это просто невероятно. А я ожидал, скажи, вас не думал, что я так скажу? Нет. А я знал. Поэтому и сказал. А вот теперь я знаю, что вы так сказали бы.